А мы жили тихо, с бабами обходились, как говорится, чинно, благородно. К ихнему роду женскому огромное уважение проявляли. И никогда супротив их не шли. Что хотели они у нас, родимушки, и то и делали. Для ихнего облегчения всякую всячину приспособляли. Механику сооружали. Во всем навстречу шли. Во львов наживут казаки. И, как говорят,